Привет, друзья! Итак, небольшой анонс. 14 января у меня стартуют тренинги по классическому варианту защиты каракан. Вот сейчас на доске вы видите внешний вид этой классической системы. Ну и я расскажу, какие варианты мы с вами обязательно разберем на этих тренингах и что вы сможете попытаться наиграть в тех турнирах, которые я буду организовывать. Итак, основной ход конь g3, конечно. В этой позиции ход конь e2, ход слон c4, ход конь f3 без идеи h4, то есть давайте без идеи мы поставим красной стрелочкой, то есть следующим ходом слон d3. Достаточно популярная ветка в интернете. Ход слон c4. Дальше. Ход конь h3. Дальше. Дальше, конечно же, ход h4. Ход f4. Так со мной, например, играл неплохой мастер из Омска Александр Слежевский. В принципе, так играть можно белыми. Значит, но основное, конечно, h4. После h6 основной ход конь f3. Здесь мы разберем и ход конь d7, и ход e6. Тоже вполне нормальный. После конь d7, h5, вот в основной линии слон d3, слон бьет d3, ферзь бьет d3. И здесь у черных снова два продолжения. Но самое важное, что у черных здесь две концепции. Одна концепция связана с рокировкой в короткую сторону. Другая с рокировкой в длинную сторону. Обе имеют право на существование. Оба варианта можно вполне играть и даже бороться за победу. Поэтому обе линии мы с вами обязательно разберем. Далее, кроме хода конь g3, мы, естественно, разберем и другие продолжения. Например, вот жертву пешки, тем слон d3. Понятно, что не самый основной ход конь g5. И линию, которая, на мой взгляд, тоже достаточно интересна. И ход, который я тоже иногда делаю, ход конь c5. Итак, вот, по-моему, здесь можно... А, еще ход ферзь f3 есть, да. Ну, тут совсем пару строк. Вот. То есть, по-моему, все возможные продолжения я назвал. Если что-то забыл, обязательно пишите в комментариях под видео. Итак, с 14-го первая группа, 15-го вторая группа. То есть расписание будет выложено также сегодня. До новых встреч. На этом я, пожалуй, это краткое знакомство с предстоящим тренингом закончу.